доме, о сыне. Песни от души, от сердца. Так исполнители называют свое творчество. Стихи близки и публике. И на сцене, и в зале люди, лишенные свободы. Конкурс «Калина Красная» любят и ценят во всех колониях страны. Это одна из уникальных возможностей дать человеку раскрыться, то есть проявить. И мы считаем, что это те люди, ну, не потерянные люди, которые вот выступают, участвуют. На сцене не намека на тюремный шансон, который поют люди по другую сторону колючки. В песнях нет уголовной фени. Само собой, администрация УФСИН отсматривает репертуар певцов. Но и сами заключенные не любят блатняк в стиле Бутырки. Напиши мне, что ты один. Напиши мне, что так же ждешь. Мы более романтичные, выбираем песни, чтобы они звучали красиво и было что послушать душой. Со всех хакасских колоний в песенном конкурсе участвуют 13 человек. Это кастинг на местном уровне. В этот раз жюри покорил певец из 33-й колонии Мурат Дасмухамбетов. Победителя этапируют на финальный гала-концерт в Барнаул. Таира Читаев, Евгений Сюбереков, Новости 7-й телеканал.